Здравствуйте, мои дорогие друзья, дамы и господа, я Роман Головин. Сегодня будет очень важная лекция для понимания, хотя об этом мы уже говорили на канале, но сегодня вынужден это опять говорить, и будет очень узконаправленная лекция, посвященная только для тех, чем мы отличаемся с Анастасией от других специалистов на планете Земля. А на сегодняшний день люди, которые приходят на наш канал, они все время сравнивают, как в магазине, да, вот эта запчасть хорошая, вот это фрукты хорошие, это плохие, это средние и так далее. Это нормально. Это развитие каждого из вас, понять, кто перед вами, откуда брать информацию, чтобы развиваться, правильно или неправильно. Это ваше развитие. Это очень важно для понимания. И таким образом вы ощущаете, куда вы должны двигаться. То есть поиск, постоянный поиск и постоянное развитие, сравнение, даже ошибки какие-то, зайти в какой-то тупик, потом возвратиться, это нормально. Это ваши уроки, это ваше развитие, это ваш опыт. Еще раз возвращаюсь, мы обычные люди с Анастасией, никогда не были каким-то гуру, там, учителями, я до сих пор себя не считаю. Хотя мы такие вещи иногда говорим, что... Я сам сравниваю, просто я обалдеваю, откуда такие все знания, откуда я это могу транслировать. И мысли просто сами в голову приходят, иногда просто к камере подхожу, даже не знаю, что говорить. Как только старт, мотор, все, мысли сразу в голову литься начинают, и ты пытаешься объяснить людям, как это все работает. Естественно, сознанием того, что спрашивает Анастасия из ченнелингов, и плюс мои мысли, которые у меня зарождаются в голове. И в последнее время их все больше и больше. Случайно мы обнаружили, что Анастасия может быть контактером. Мы тогда знать не знали, что это такое, как бы, да, то есть тоже начал уже в то время интересоваться усиленно этими всеми вещами. Там и мама у меня в этом плане тоже была развита и что-то могла видеть и говорила многие вещи интересные. Но на тот момент я это все систематизировать не мог. И, ну да, что-то видишь, что-то, как это работает, что, чего. И вот когда Настя увидела, что мы с женой медитируем, как бы, да, и она тоже, я хочу попробовать. И у нее сразу это получилось, мгновенно. Она сразу увидела, услышала, пошла информация. Мгновенно, ключевой фактор, сразу, с первого раза. Это говорит о том, что она в прошлых жизнях это делала много раз. То есть у нее гигантский опыт. Сравнить, если с другими людьми, как они развивались, вы поспрашиваете этих людей, как вот они к знаниям своим пришли. Они вам рассказывают, что они там много лет там занимались какими-то практиками, опытом, ходили на какие-то курсы там, медитировали, занимались йогой там, развивались там. Чем угодно они занимались, только это не сразу произошло, со временем. Как правило, эти люди со временем развиваются. Потом улучшаются, улучшаются, улучшаются и так далее. У нас это мгновенно, внезапно произошло, и сразу все пошло-поехало. С тех пор я специально отслеживал, потому что у меня мозг научный, мне это интересно, какие сверхспособности у Насти открыты, как они открывались, какой доступ сущности давали, какие сверхспособности они дописывали, как они расширялись. Там. Это чисто наши технические моменты, как бы, да, то есть у каждого человека это свое, естественно. Не все должны быть контактерами, и души выберут разный путь. Но вот у Насти путь контактерства. Это профессиональный контактер, который должен говорить информацию для людей, для цивилизации. Есть контактеры слабо развиты, они только для себя могут контактировать. Начальная стадия развития. Второе, как бы, да, когда нас постоянно сравнивают, да, конечно, люди хотят сразу попасть на нужного человека, да, чтобы сразу получать нужную информацию. Я бы тоже так хотел бы, да. Я хочу всегда это обратиться к профессионалам, чтобы меня не обманули, чтобы я потратил деньги в правильном направлении. А происходит зачастую все не так. На планете Земля очень много темных сущностей, которые делают так, чтобы вас запутать, дать неправильную информацию, обмануть вас. И многим людям, которые находятся у власти и в международном правительстве, невыгодно, чтобы такие люди, как мы, много вещали, да, чтобы у нас было много подписчиков. Пока мы маленькие, нас никто не видит. Как только у нас там будет миллион, будут у нас огромные проблемы, если мы чересчур много и правильно будем говорить. Но надеюсь, к тому времени темных на Земле уже практически не останется. Поэтому спокойно будем вещать, и все будет замечательно и прекрасно. И когда мы работаем, мы видим результат у людей. Если бы я не видел бы результата, поверьте мне, я бы никогда в жизни этим не занимался вообще. Понимаете? И когда вы понимаете, как это все устроено, как это работает, благодаря нашему каналу, нашим знаниям,
Когда вы внимательно изучаете наш канал, не надо к нам обращаться, не надо в нас верить. Вы просто изучите информацию постепенно, медленно, скрупулезно. Сравните эту информацию с другой информацией, с других каналов. Конечно, она будет вся разная. Вся разная будет. И большинство людей также пишут, вот почему вы все разную информацию говорите. Потому что на сегодняшний день фактически мы первопроходцы. То есть есть еще несколько таких же людей, как мы. Ну, конечно, примерно такого же уровня развития. Но каждый человек развивает свои способности по мере понимания. Есть люди, которые только предсказывают идеально. Есть люди, которые только лечат идеально. Есть люди, которые еще что-то порчу только снимают. Есть такие специалисты, их много. Но мы универсальные люди. Мы занимаемся с Настей всем практически. Кроме поиска людей. То есть, и, наверное, в последнее время перестали заниматься предсказаниями индивидуальными, финансовыми там, да, и так далее. Потому что это неблагодарное дело, и люди хотят суперточности. А суперточности не бывает на сегодняшний день. Об этом я тоже уже говорил в разных лекциях. И таким образом, да, мы понимаем, кто мы такие, какую мы информацию даем. Чем более развит контактер по уровню своему, да, чем с большими сущностями, чем с более развитыми сущностями он общается по ступеням, тем у него более закрытый энергетический канал. Как это происходит? Настя присоединяется через космический интернет, через энергетические трубочки к таким же сущностям, контактерам. Есть низкоразвитые, есть среднеразвитые, есть высокоразвитые, есть сверхвысокоразвитые, так до бесконечности. То есть каждый контактер по мере своего развития имеет определенную планку, кому он может подключиться, на каком уровне развития. Есть этажи развития сущности. Да, там тоже целая история, как найти этих сущностей. Мы уже досконально как таблицу умножения это выучили, большинство людей не понимает. Большинство контактеров контактируют, вообще не знают с кем. Представляете, даже не знают с кем. Вот я вам объясняю, такой информации вы нигде не найдете в интернете. 100% вам говорю. Что вот так досконально, как это все работает, чем это отличается. И уровень развития контактера не позволяет с более развитыми сущностями контактировать, да? Потому что предел есть. Потом он настолько ему некомфортно, он не может получать информацию, теряет много энергии. И чем выше сущность, с которой общается контактер, тем более закрытый канал, тем меньше шансов влезть туда темным, исказить информацию. И мы таким образом получаем информацию фактически чистейшую. То есть, естественно, как задан вопрос, так и получил ответ. Четко сформулированы вопросы, четкие ответы. Расплывчатые ответы. Потому что иногда не знаешь даже, что спрашивать, что имел в виду человек. Ну, у меня болит где-то нога. Где болит у тебя нога? Нога большая. Где она болит, в каком месте? Фото пришли там. То есть, многие вещи, непонимания с самого начала бывают разные, по разным причинам. Контактер, который контактирует с кем-либо, он даже не знает, с кем он контактирует. Как можно доверять этому контактеру? Да никак нельзя доверять. Это просто бестолковое занятие. Контактер должен знать, с кем он контактирует, как он выглядит, сущность. Он должен слышать, он должен видеть картинку. Он должен воспринимать, он должен общаться с несколькими сущностями сразу. Он должен общаться без переводчика. Если задайте эти вопросы контактеру. Я думаю, что вам мало кто на них ответит, побоится. И таким образом уже понятно, кто такие эти люди, какой уровень у них развития. И я открыто об этом говорю. Настя давно это делает. Четко. Она может смотреть телевизор, размешивать чай там с лимоном, в этот момент пить его и контактировать, и давать людям ответы. То есть у нее же такой уровень развития. Кому-то надо с закрытыми глазами, кому-то надо в спокойном режиме лежать. Настя уже может, двигаясь по улице с открытыми глазами, там, да, в руке с телефоном, уже предсказывать. До такой уровень дошли уже, даже развитие. И таким образом мы понимаем, да, кто мы такие, что мы можем, а что другие могут. Никогда не хочу никого разоблачать, это не в моих принципах, мне это не интересно. Люди все время спрашивают, а это. Я понимаю, что вам интересно. Вот вы приходите к нам на канал, берете наш канал за точку отсчета и начинаете сравнивать нашу информацию с другими каналами. Если она такая же, тогда человек все правильно говорит. Может, он украл эту информацию у нас, там еще у кого-то, из книг каких-то. И рассказывает, я не знаю, может, вообще ноль полный. Каждому проверять не будем.
Вот есть группа контактеров известных, да, большинство из них они либо темные, либо работают на темных, либо неразвиты. Ну, не хочу фамилии их называть. Вот. Вот я говорю как есть, потому что вы спрашиваете постоянно, сравниваете нас, им приходится мне отвечать, чтобы было понимание. Контактер, который не знает, с кем он общается, там женщина есть, которая на другом языке разговаривает, она тоже знает, вот какая-то цивилизация, которая тоже не существует, сколько мы раз узнавали, допустим, да. С кем она общается, непонятно. Какую информацию дать, непонятно. Как бы. Откуда она это все берет, непонятно. Актер она, непонятно. Там, да? Естественно, это все надо подробно смотреть. Ну, мы-то уже смотрели, я просто к примеру говорю. Другие люди, которые сидят под пальмой с компьютером, там, с какими-то духами общаются. Что такое дух? Контактер другой, душа другая, контактер, она только может контактировать. Ты не можешь контактировать с любой душой. С любым человеком, с вашим родственником это невозможно. То есть контактер контактирует с сущностью, которую он выбрал. Сущностей очень много. Представляете, контактер, который с одной сущностью, с какого-то измерения, она не может все знать, вообще просто не может. Сущности море. Наша планета, наш мир устроен по образу и подобию этих сущностей. То есть если ты футболист, значит есть сущность по спорту. Если ты... диетолог на Земле, есть сущность по диетам, по здоровью, по предсказаниям, по финансовым предсказаниям, по развитию широкого спектра сущностей и так далее. По войне, по вирусам, полно их. И эти люди не знают, что они есть, просто не знают, кто контактирует. Значит, о чем это говорит? Еще куча факторов, как можно распознать, кто перед вами. Что он видит, как он это ощущает, с кем он общается. Берете за информацию... за базу нашу информацию в нашем канале и можете примерять информацию на других людей, сравнивать, сколько вам интересно, вздумается, и вы сами их разоблачать пачками будете. Я много раз это говорил, рассказываю досконально, но вы не смотрите целенаправленно эти видео. Многие люди пытаются чисто ченнелинг. Никогда не поймете по ченнелингам, кто такая Настя, кто такой я, почему мы отличаемся кардинально от других людей, что мы говорим там, как говорим. И с каждым годом эта информация более точная, детальная, более правильная, более взвешенная, потому что это наше развитие тоже, и ваше, и наше. И все это улучшается, углубляется. И таким образом вы понимаете, как мы получаем информацию, почему там искажена информация, здесь не искажена, почему здесь четкая информация, там нечеткая информация. И большинство этих людей, я опять же говорю, они могут брать просто тупо информацию также от нас, также с интернета, из книг каких-то, и просто транслировать ее, и вам кажется, что там кто-то что-то понимает. Еще хочу сказать, что есть астрологи. Чтобы быть астрологом, их еще меньше, чем контактеров. По программе, кто должен быть астрологом. Да, информация тоже с астрологией может быть четкая. Но их единицы, этих астрологов. Тарологи тоже еще меньше, чем астрологи, еще меньше, чем контактеров, у кого прописано это в программе. Просто единицы. Просто единицы. Как правило, с ними работают темные. Всякие гадалки, колдуны, там, это 100% темные. Все, кто работает с эгрегором религиозным, с религией, с иконами, свечками, 100% туда ходить нельзя. Все, кто работает с магией, это вообще нельзя, это темные 100%. Они сами даже не знают, чем они занимаются. Что потом они наказаны будут, наработают кучу кармы. Всякие слиперы, гипнологи, это вообще смешно, это сказка про белого бычка. Когда нам начинают писать роман там, вы вообще ничего не знаете, вот там Вася Пупкин какой-то там, вот там он там дает правильную информацию, вы не такие слиперы, вы левые, какие мы слиперы, что он говорит, он вообще сам понимает. Я пойду намажу масло там на воздух, а потом послезавтра будет мокрое, пойду ее съем. Вот то же самое он сказал, как вот понять этого человека, он даже не понимает. Специально сделали видео про гипноз и много раз об этом спрашивали, что люди через гипноз могут только соединиться с человеком, с его подсознанием. Все, что только есть в его подсознании, оттуда могут вытащить информацию о его предыдущей жизни, о человеке, как он жил. Он не может про будущее спросить, про вселенную, как все устроено. Нет там этого. Это просто фантазия человека. Он спрашивает, человек фантазирует. Все. Представляете, вот эти люди бред, вот этот сивый кобыла вам вещают в интернете. Сколько раз мы разоблачали всяких людей, которые рассказывают про какие-то чакры. Никто ни разу не сказал, что это не так. Никто.
И таких вещей очень много. Постоянно мы это разоблачаем. Как только до этой темы доходим, мы еще не до всех тем дошли, так сразу люди в шоке. А как так, Роман, ну почему же это все, все крутые мастера в мире там об этом говорят? Да потому что один человек когда-то это увидел у себя, развитый, нарисовал и вещает всем теперь. И все повторяют за ним. На любой сайт зайдите, все друг друга переписывают. С одного канала на другой, там одни и те же слова, одни и те же термины. Мы с Настей специально не интересуемся другими специалистами. Мы специально, ну, целенаправленно, люди там присылают, конечно, проверьте, посмотрите, там это смотрите. Приходится периодически это делать. Но чтобы целенаправленно на кого-то обращать внимание, у нас такого нет. Мы хотим пройти своей дорогой, полностью независимой. Чтобы чисто наше развитие было, чисто наше понимание, с моими мозгами, с Настиным видением, чтобы мы понимали, что именно это так работает. Меня учили, профессор мой учил в институте, где я работал, научно-исследовательском, медицинском, как надо разговаривать с людьми простыми словами, без всяких левых терминов непонятных, чтобы человек тебе нормально был предрасположен. Когда всякий замороченный термин, там сидишь там в специальной одежде, там свечка там горит, там создали такую атмосферу, там ты в кимоно, там такой гуру сидит там, или там лекции. Есть люди, даже ездят по всей стране, читают лекции эти духовные. Я смеюсь с этих людей. И человек говорит, вот понимаете, он приехал в гостиницу «Космос», 10 тысяч человек собрал. Я когда с этим человеком, ну, просто общался вживую, я понимаю, что это просто шарлатан 100%, чистейшей воды просто. Собственными ушами слышал, как он другого человека учил обманывать других людей. Блин, я не знаю, и люди верят другим, и эти люди приходят и говорят, вы шарлатаны, там, вот он там. То есть представляете, какая масса людей верят в шарлатанов, приходят к тебе и говорят, что ты шарлатан. Я в последнее время стал приводить примеры. Если вы очутились бы в то время, когда был Иисус Христос или Мухаммед, и он бы начал вам говорить, как надо развиваться, вы бы плюнули бы ему в лицо бы, может даже разбили бы это лицо в то время, тогда это нормально было. И ушли своей дорогой. Че ты себя сравниваешь с Иисусом Христом? Мы сравниваемся с Иисусом Христом. Я могу с кем угодно себя сравнивать. Мы даем истинную, реальную, нужную информацию людям. И эта информация работает, проверена на огромнейшем количестве людей. Просто на огромнейшем. И больше, чем вы думаете даже, на каком количестве. И это реально все работает. Люди не хотят думать своей головой, не хотят саморазвиваться, не хотят вникать во все это. Ну потому что этой информации нет. А когда мы единственные об этом говорим, то у людей, то, ну, они единственные говорят, ну, фантазеры, умалишенные там какие-то, недоделанные. Естественно, когда вы понимаете смысл всей этой работы, как это все работает, контактер – это потолок развития человека. Потолок – это самая высшая ступень, как человек может получать информацию. И когда Настя, допустим, общается с сущностью 5000-го измерения, там, представляете, уже еще выше пошли. Это просто, ну, настолько энергию съедает. Вот иногда Настя сидит, и у нее губы еле шевелятся. Потому что не хватает энергии, чтобы четко сказать информацию. Но вы же хотите четкую информацию, не хотите, чтобы не было ошибок. Вот мы пытаемся связаться с высокоразными сущностями. Мы начинали 6 лет назад с сущности, которые там 5-го измерения, 6-го, да, мы сами там 3-го измерения были, да, и вдруг 5-е, 6-е измерение с каких-то других целей. Что он там мог рассказать? Конечно, ничего не мог рассказать нормального и правильного. А сейчас, когда с 5000-м измерением, конечно, там развитые сущности. И мы контактируем со специальными сущностями, контактерами, которые идут потом к вашим сущностям, учителям, которые за вашу душу отвечают, и переписывают, и переделывают в вашей программе что-либо. Напрямую нельзя контактировать, они не контактеры, они не имеют права это делать. Запрещено. Вот у нас была сущность, например, с которой мы общались там год, широкого спектра, очень нравилось с ней работать. И потом взяли, ей переписали программу, она только, по-моему, то ли по питанию стала, и по спорту, и все. То есть по душевному развитию она не может, по здоровью она не может. Все, говорит. Ну, мы спрашиваем, ну ты же все это знаешь, почему ты не хочешь рассказать нам? Мне запрещено. Все. Закрыли лавочку, изменили программу, сущность не может это сделать.
А обычный человек, представляете, контактер, который там что-то слышит, от кого слышит, не знает. От темных он слышит там, еще от кого-то слышит. Чего он, кого он слышит, он даже дифференцировать это не может. Как он может вам информацию какую-то дать? Он не может дать ее вообще никак. То есть просто он что-то слышит, что-то говорит там, вещает, создал атмосферу вокруг себя, в кимоно сидит где-то там на поляне на какой-нибудь там, да, или в какой-то собирает аудиторию, там известность приобретает, несет какую-то ахинею. То есть если мы с Настей выйдем на телевидение, начнем серьезно говорить, нас выгонят сразу. Скажут, вы сумасшедшие, пошли отсюда. Канал закроют их и все. Прикроют передачу там и вообще скандал будет. Потому что своими словами обо всем говорим. А если вот как они говорят, ну это же так можно говорить. Вот когда смотришь там какие-то каналы, РЕН-ТВ, еще какие-то каналы, приходят люди разные, вроде бы умные. И такой бред несут просто, сивая кобыла просто. Ну зато красиво звучит, интересно слушать там. Ну зато вот информацию они говорят. Но они тоже откуда они знают, кого они приглашают. Надо же что-то говорить, надо, чтобы канал чем-то заполнять. Никто никогда не разрешит это сказать и сделать в ближайшее время. Естественно, у людей вопросы возникают. Здесь то же самое. Вот когда начинаешь расклады, как мы с Настей работаем, как это же технические моменты. Вас это вообще не должно касаться вообще никак. Главный результат. Но приходится постоянно об этом говорить. Потому что люди должны выбрать правильный путь. Если я знал бы, что вот рядом с нами еще кто-то есть, так же мыслит, как мы, вообще, ради бога, классно. Чем больше таких людей, тем лучше. Быстрее разовьемся, быстрее будем получать информацию там, потому что нам мы не нравимся, идите к другим, которые выглядят по-другому. Вот сидят такие все, как я уже говорил, да, и вам нравится, когда такие все там такие все как бы крутые ребята, а мы так мимо проходили, как бы, да, там просто нравится быть собой, не нравится выпендриваться, выеживаться, как бы, да, нравится чисто по делу, бац-бац, все. Поехало, все работает, все здорово. Вот, но приходится как бы углубляться в эти все вещи. И тогда много можно еще сказать про это. Сейчас не буду время занимать. Вот просто начинайте думать. Пользоваться нашей информацией, сравнивать ее с другими каналами. Развивайте интуицию. Развить ее невозможно, неправильно выразиться. Начинайте пользоваться ей, если она у вас есть. С помощью сущности через нас можно прописать ее. Увеличить ее. И правильно научиться ей пользоваться. И тогда вы будете понимать, где истина, где нет. И сверхспособности через индивидуальные медитации, йогу, также можно постепенно ощущать внутри. Правильно Роман говорит, неправильно. Соглашаетесь вы с Романом, с Настей, не соглашаетесь. Почему один контактер так сказал, другой так? Да потому что внутри надо ощутить себя, научиться чувствовать, ощущать эту информацию. Либо как ботаник в институте, в школе. Досконально разбирать всю информацию, но избавляться от линейного мышления. Линейное мышление вас запутает, сразу говорю. То есть не надо вот линейно мыслить. Как вот только линейное мышление выбросить из головы, гораздо легче мыслить будет. Объемно. И тогда все будете понимать. Не дважды два, четыре. Нет такого в развитии дважды два, четыре. Это вообще все неправильно. Просто понимание вот этих всех принципов, да, космических, как это все работает, как все выстраивается. И тогда вам легче будет понимать и про предсказания, почему не всегда точны, и про то, что мы как сказали там, и так далее. Почему так сказали, а вот так отсрочковало, или произошло вот так, или не так. Все это есть на канале, настолько подробно. Иногда мне кажется, что я уже обо всем сказал. Иногда сижу, думаю, ну а что я завтра буду говорить? Уже все рассказал. Нет, темы зарождаются в голове. Опять какие-то моменты происходят. Опять новые люди приходят. Опять то же самое. И пошло-поехало. Только более подробно уже, более качественно, более сжато и так далее. Всего вам самого доброго. Можно долго говорить. Пишите свои комментарии. Если я что-то не сказал, обязательно расскажу. Скрывать нам вообще нечего. Вот. И чтобы вы никогда не попадали на этих мошенников, их очень много сейчас стало. Невыгодно, чтобы вы знали правду. И люди очень расстроены. Часто я слышу, что приходят люди и пишут, вот вы там такие-сякие, там, как разобраться, идите в одно место. То есть чисто человек пришел на канал, чтобы просто гадость нам написать, потому что устал от поиска уже. Я их понимаю, этих людей. Понимаю.
Вот. И чтобы такого не происходило, надо слышать нас, слушать нашу информацию, пользоваться правильной интуицией. И тогда будет все нормально, замечательно и душевно развиваться. И вы почувствуете эту нужную информацию. Это тоже ваше развитие. Без него никуда. До свидания.